Музыкальная комедия о необычном поступке молодой медсестры. Ну, фигура, глаза, все в норме. От ухажеров у главной героини нет отбоя. Как последний шаг, я все время в глаза ей смотрел, вместо того, чтобы один раз в паспорт заглянуть. Но как проверить искренность чувств влюбленных мужчин? Завтра же весь город узнает, что у меня будет скоро ребенок. Что же это, гениальный план или жестокий эксперимент? Двухсерийный фильм «Бедная Маша» в субботу в 10 вечера на телеканале «Витебск».